Госпожа. Нигер, я тебя так давно не видела. У меня были дела. Я иду из лазарета. Расскажи про Гюльнихаль. Аллах Всемогущий спас ее. Гюльнихаль пришла в себя. Мы немедленно идем к ней. Она видела убийцу? Честно говоря, не спросила. Эсма, присмотри за детьми. Идем, Нигер, надо спешить. Гюльнихаль Хатун. Слава Аллаху, ты все-таки открыла свои глазки. Гюльнихаль. Я все время молилась за тебя. Аллах услышал меня. Гюльнихаль, кто с тобой это сделал? Скажи, он не уйдет от наказания. Я не видела. Не знаю. Простите. Как ты, Гюльшах? Лучше, госпожа. Госпожа. Твоя служанка очень опечалена. Конечно, задуманное опять не удалось. О чем ты говоришь? Я этого не потерплю, ты опять лжешь, с меня хватит! У тебя совсем нет совести? Как ты смеешь обвинять невиновную? Когда же ты, наконец, прекратишь творить зло во дворце? Госпожа, успокойтесь, не надо кричать. Вам это не к лицу. Здесь лежат больные. Теперь ты стала ангелом! Ты стала думать о больных с каких это пор? Жестокая, коварная, и все знают об этом! Сюмбюляга, Нигер Калфа, сейчас же уведите отсюда Хюрем Султан. Немедленно. Прошу вас, госпожа, тише. Госпожа, давайте уйдем. Госпожа.